Практически нет ни одного человека, который бы в течение жизни не обращался бы к зубному доктору хотя бы один раз. А большинство из нас вынуждены посещать стоматологические клиники гораздо чаще, чем нам бы того хотелось. Поэтому можно смело заявить, что стоматолог – одна из самых востребованных профессий. Далеко не каждый знает, что совсем скоро специалисты узкого, но такого сложного профиля встретят свой праздник. Наша городская стоматологическая поликлиника оказывает все виды медицинской стоматологической помощи конаковцам в соответствии с программой государственной гарантии в рамках обязательного медицинского страхования. Тут и лечебно-профилактическое отделение, и ортопедическое отделение, кабинет платного приема, рентгенологический кабинет, а также физиотерапевтический. Кому идти, вот куда идти? Некоторые в Тверь едут, некоторые в Москву едут лечиться. А в основном все население основное приходит сюда к нам, потому что у нас поликлиника в основном социальная. Мы оказываем помощь в основном бесплатно по ОМС. Хотя есть и платные услуги. Обратиться в клинику довольно просто. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и медицинский полис. Главное – преодолеть страх, который испытывает почти каждый пациент, несмотря на то, что здесь работают настоящие квалифицированные специалисты, а кабинеты оборудованы по последнему слову техники. На данный момент я хочу сказать, что поликлиника работает в полную силу, выполняет свои непосредственные возложенные обязанности, лечебный процесс идет у нас, оказываем помощь стоматологическую городу и району. По всему видно, что работа конаковской стоматологии довольно слаженная. А самое главное, что здесь определены основные тенденции развития поликлиники, которые выведут ее на более высокий уровень развития. Мы поздравляем всех стоматологов нашего города с их профессиональным праздником.